Всем привет! Купила дезодорант, который совершенно меня не устроил по качеству. Возможно, это результат сейчас импортозамещения. Ну, в общем, он не то, что не убирал запах пота, а наоборот его усиливал. Хотела выбросить, но перед тем, как выбросить, решила поэкспериментировать. Эксперимент прошел удачно. Дальше покажу, что я добавила. Результат эффективный. Если кому-то пригодится, буду очень рада. Сейчас буду улучшать качество. Так, крышечку можно подержать под горячей водой, она легко снимается. Но я поддела тупым ножом, провернула его немножко в сторону и сняла. Так, возьму соду. Немножко соды возьму. Добавлю вот такую 5 миллиграмм мерную ложечку водички для того, чтобы сода хорошо растворилась. И возвращаем все в пузырек. Закрываем крышечку в обратном порядке, как открывали. Сначала крышечку, потом возвращаем шарик. Встряхиваем и пользуемся. Сода способствует удалению запаха пота. Всем удачи и пока!